Блохастый, ты тоже что ли решил погулять выйти? Да-да, а то у меня уже правое полушарие заходит за левое полушарие от этого компьютера долбанного. А я себе тут новые часы купил. Ну и сколько на них натикало? А ты раздели 13 на 45. Ну и сколько это будет? Не знаю, я уже весь день делю. Слышь, пойдем, я тебе наш город покажу. Пойдем. Вот смотри, это Волгоградская милицейская академия. Короче, здесь каждый год производится по 50 милиционеров. Короче, если у тебя короче, сиди дома и отращивай. Ты чё, больной что ли? Нет. Ну тогда потопали дальше. Вот это статуя! Крутая бабенка, да? Ах, какая женщина! Какая женщина! Мне б такую! Ты что, с ума сошел? У нее только большой палец занимает трехкомнатную квартиру! Ты что, ревнуешь, что ли? Ну ты приколись! Прикинь, у нее ресница отвалится. Да, пришибет всех нафиг. Ладно, домой пора. Ну чё, пойдем тогда на станцию. О, вон как раз наш поезд идет. Предъявляем билетики. А, мое ухо! Поздно, билет уже прокомпостирован. А меня этот поезд докинешь и довезет? Да. А меня? Бухают Петька и Василий Иванович голые на берегу реки. Ну, жара все-таки, вот они и разделись. Вот сидят и бараном закусывают, которого из деревни стащили. Василий Иванович говорит: Петька, когда барана сожрем, кости в песок воткни, чтоб на нас не подумали. Ну, после этого Василий Иванович и отрубился. Ну а Петька, пьяный в дупель, выбрал самую большую кость и воткнул ее со всей дури прямо в песок. Но не попал, а попал прямо Василию Ивановичу взад. Ну и тоже отрубился, довольный спать лег. На следующее утро Василий Иванович будет Петьку и говорит ему: Петька, нам пить пора завязывать. А чего так, Василий Иванович? Да так, я в туалет пошел, только поднатужился. Смотрю, у меня из зада позвоночник вылез. Так я его еле-еле назад запихал. Ха-х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 а-